Из Ташкента. Позади две границы. В Россию этот транспорт идет через Казахстан. Расстояние почти 3500 километров. 64 часа в пути. Несмотря на то, что дорога дальняя, пассажиры рассказали, что перенесли ее относительно легко. Ну, короче, не скучаем. Вот телевизор я сам внутри. Посмотрим телевизор и общаемся друг с другом. Автобус идет без дополнительных остановок. Цена билета $75. Дешевле транспорта из Ташкента в Москву не найти. Самолетом и поездом намного дороже. Водителей трое, сменяют друг друга каждые 4 часа. Говорят, вести эту машину одно удовольствие. Автобус 2019 года, новый, абсолютно очень удобный. Кондиционер имеется, холодильник имеется, кулер. Холодная, горячая вода.